jingle all around the town. Round the town, round the town. Rushing round, we're counting down. Counting down. Привет, друзья! Совсем скоро начнется Новый год. Осталось буквально несколько часов. У меня уже все полным ходом идет. Все приготовления. Мама режет салатики на кухне. Я помогаю по дому. Составляю программу на вечер. То, что, чем будем заниматься, у нас каждый отвечает за свое. Кто-то за готовку, кто-то за программу, кто-то за уборку и так далее и тому подобное. Я буквально села на 5 минуточек, чтобы записать для вас видео. Я вам очень-очень благодарна за то, что вы подписываетесь на мой канал, что вы смотрите мои видео, ставите лайки, комментируете, что вы общаетесь со мной в социальных сетях. Мне это очень безумно нравится. Я год назад не могла даже подумать, что у меня будет столько поклонников и подписчиков. Это просто что-то невероятное. За год вас прибавилось около 30 тысяч человек, чему я очень рада. Надеюсь, мы на этом не остановимся и будем с вами идти до еще большей цифры. Я буду пытаться радовать вас новым видео. Буду делать оригинальные, креативные поделки, которые вы сможете повторить. Если у вас какие-то есть идеи, вы всегда можете мне написать. Я отвечаю на сообщения ВКонтакте, в комментариях. Всегда можете написать в нашу группу ВКонтакте, выкладывать туда свои идеи. И я все ваши работы просматриваю и пытаюсь их показывать в наших видео. И сегодня я бы хотела, пока у нас идет такое приготовление к Новому году, показать ваши работы, чтобы все-все их увидели обязательно. Делайте больше в следующем году, креативьте, удивляйте, радуйте меня своими поделками, я буду радовать вас. В общем, я вас очень люблю, спасибо за то, что вы у меня есть. Я счастлива и рада, надеюсь, мы с вами будем и дальше также общаться. В общем, все, заканчиваю. Удачи, счастья вам и до скорой встречи в Новом году. Пока. Я вас очень-очень люблю.